OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Президент України Володимир Зеленський заявив, що масованими ракетними ударами по українських містах РФ демонструє лише своє безсилля. Різні українські міста знову стали мішенями для рашистських ракет та ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська, Одеса. Такий масштаб обстрілів однозначно свідчить не про те, що у РФ є якась там особлива військова мета. Удар по Закарпаттю. Що це конкретно може дати РФ? Вони намагаються вивалити свої є безсилля, тому що Україна їм не під силу, заявив президент. Зеленський підкреслив, що РФ може лише обстріляти атракціони у Харкові або термінали із зерном. Чим більше таких ударів, то далі РФ відсувається від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю, заявив глава держави. Зараз ми поговоримо очень важном явлении. Ну, все его заметили. Проще всего так, почти по-обывательски назвать, что Запад перестал его бояться. Вы же заметили, совершенно другим языком. Говорит с ним Запад и другие действия. Начиная, дата, это можно зафиксировать. Это вся последняя неделя, уже 10 дней идет. Это началось с 24 апреля. Во время визита Остина и Блинкена в Киев, где они встречались с Зеленским, там были сказаны слова неслыханные доселе. Ну, мы же привыкли уже, сколько раз мы над этим с горечью посмеивались ежедневными мантрами Байдена. Он встает утром и рассказывает, что он не будет делать во время войны. И американские солдаты не будут, и ноу-флай-зон не будет, и МИГи из Польши не полетят, и еще что-то не полетят. Сколько раз я говорил уже, мне уже смеются надо мной слушатели об этом несчастном Столтенберге, который метался во время своей конференции. Самое главное, избежать эскалации. А тут звучали слова совершенно неслыханные. Какова цель войны? Спросили у Остина. И он ответил так по-солдатски, по-генеральски. Для Соединенных Штатов Америки цель войны – победа Украины, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она в будущем не смогла повторить таких же безобразий. Ну, это уже идет далеко за обсуждение размеров военной помощи. Это уже идет о переустройстве мира после окончания войны, которым обычно занимаются державы-победительницы, ослабить побежденного до такой степени, чтобы он больше не вылез. Это говорят люди, которые еще недавно повторяли, лишь бы не было, нельзя провоцировать Путина, он может использовать ядерное оружие. И это же не только он. Ну хорошо, Джонсон, он впереди идет американцев, потому что я уже говорил, для Джонсона это героическое сейчас романтическое время для всей Англии. Они переживают подвиг Украины 2022, как Англию 1940, которая один на один сражалась с Гитлером. Но вот восточноевропейские страны, которые, в общем-то, боялись, Польша, гордая, независимая, антироссийская Польша, испугалась посылать так месяца полтора назад свои МИГи, начались какие-то бюрократические разговоры, а может сначала перебросить их в Рамштейн и так далее. Сейчас они и Польша, и Словакия, и Румыния, и Болгария посылают и С-300, и самолеты, и все что угодно. Перестали бояться. Вот, извините, раз уж по ядерным, немножко мне наступление, там еще минут пять понадобится. Да. Значит, я сошлюсь. Что такое ядерное сдерживание? Ядерное сдерживание – это такая система международных отношений, при которых вот две ядерные державы, А и Б, не начнут ядерную войну, потому что если одна из них начинает, все равно она, даже если этот удар наиболее успешный, ей удастся ликвидировать значительную часть не только потенциала противника, но и его возможности ответного удара, все равно она получает неприемлемый ущерб в ответном ударе. Как это родилась, эта концепция? Очень интересно, вспомним, это понадобится для нашего случая. Это Карибский кризис тоже самый. Генералы доказывают президенту Кеннеди, что и с картами, со всеми документами на руках. У них же был Пеньковский, все им передавал всю информацию. Есть интереснейшая гипотеза,
Суворова. Я вот не совсем с ней согласен, что это он был не их шпионом, а это была некая операция нашего генштаба против Хрущева, чтобы ограничить его. Но это уже детали. У них была полная информация о российских стратегических силах. Они достаточно были слабенькие. Несмотря на заявление Хрущева о том, что мы там делаем ракеты, как сосиски. Это аналог сегодняшних путинских мультиков. Ну, несколько ракет могли достать территорию Соединенных Штатов. Они ему докладывали, что мы уничтожаем весь российский военный потенциал, весь потенциал промышленный Советского Союза. Ну, собственно, эта держава перестает существовать. И они задали только один вопрос. А вы можете гарантировать, что ни одна ракета не упадет на территорию Соединенных Штатов? Они говорят, господин президент, скорее всего, это не будет, но гарантировать мы не можем. Может упасть ракета, русские, наверное, постараются направить ее на Нью-Йорк. Ну и вот так и родилась концепция взаимного гарантированного сдерживания. Кеннеди понял, что несмотря на громадное преимущество американцев, война, полномасштабная ядерная война, невозможна. Ну вот, и никто, это каноническая история, все ее рассказывали и анализировали 70 лет, но никому не пришло в голову до последнего времени задать вопрос. А если бы на этом месте Кеннеди был другой человек, и задал другой вопрос, например, а вы можете гарантировать мою личную безопасность в случае ядерной атаки? Ну, он бы задал его более политически корректно, а вы можете гарантировать безопасность военно-политического руководства Соединенных Штатов? Они ответили, да, конечно, господин президент, мы перевезем вас на одну из глубинных баз, где-то там на Среднем Западе, русским туда и в голову не попадет бахать, им бы лишь до Нью-Йорка как-нибудь достать. Вот. Но в нашу... Я вспомнил об этом в 2015 году. Я написал такую статью под названием «В эпоху Крым-Пут-Ина ядерное сдерживание должно носить персональный характер». Крым-Пут-Ин – это аналог, естественно, вы поняли, Ким Чен Ына, такого же отъявленного ядерного мудака, потому что когда во главе государства ненормальные, доктрина взаимной гарантии делает работу, когда во главе стоят нормальные люди, нормальные психически, с разными совершенно взглядами, такие, например, как там Хрущев, Брежнев, Косыгин, я не знаю, Никсон, Кеннеди и другие. А когда стоит, вполне может оказаться ядерным оружием маньяка, которого вот гибель Нью-Йорка условного и гибель десятков миллионов людей, она совершенно не волнует, если он выживает персонально. Я там поставил вопрос, что когда имеешь дело с Ким Пын Ыном и Крым Чен Ыном, это уже не работает. Нужно чтобы сдерживать наш его персональный характер. Там гибель 20 миллионов человек его не остановит, а вот у его персональная гибель, она его остановит. Mm-hmm. Ну вот, статья, она цитировалась, анализировалась, и, похоже, вот в самое последнее время взята на вооружение. Потому что последовали три акции высшего политического руководства Соединенных Штатов. Сначала звонок, ну, классический звонок Милли Герасимову, условному Герасимову. Мы все не знаем, там, кто там сидит на месте председателя генерального штаба, но кто-то там сидит. Может, раненый в ягодицу Герасимов, может, другой генерал. Где он объяснил ему четко, что вот мы знаем вашу доктрину Патрушева Путина, почему-то ее авторы глубоко уверены в том, что если они примут, если они используют тактический ядерный удар малой мощности во время войны и потребуют нашей капитуляции и отступления, то мы отступим. Нет, мы ответим такого же типа ударом.